Здравствуйте! В эфире программа «Нотариус для вас». Цель программы – разъяснить телезрителям особенности законодательства о нотариате. Сегодня нотариус Унического нотариального округа Ирина Леонидовна Пилипушко расскажет о новых изменениях в Гражданском кодексе Российской Федерации, которые коснулись юридических лиц. С 1 сентября 2014 года вступил в силу федеральный закон от 5 мая 2014 года номер 99 ФЗ о внесении изменений в главу 4 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации. Этим законом в Гражданский кодекс внесены изменения в части регулирования юридических лиц. Новая редакция Гражданского кодекса делит все юридические лица не только на коммерческие и некоммерческие, но и на корпоративные и унитарные. Все хозяйственные общества теперь будут подразделяться на публичные и непубличные. Публичными обществами признаются акционерные общества, чьи акции или ценные бумаги, конвертируемые в акции общества, публично размещаются путем открытой подписки или обращаются публично. Остальные акционерные общества, а также все общества с ограниченной ответственностью, являются непубличными обществами. В связи с этими изменениями исчезнут такие организационно-правовые формы, как закрытые акционерные общества ЗАО и общества с дополнительной ответственностью ОДО. Существующим сейчас ЗАО и ОДО реорганизация или ликвидация не потребуется. Достаточно будет при следующем изменении учредительных документов поменять наименование и внести изменения в устав и единый государственный реестр юридических лиц. Например, в наименовании ЗАО необходимо исключить слово «закрытое», оставив только акционерное общество. А у ОДО нужно будет изменить наименование на ООО. Также придется уведомить об изменении наименования контрагентов, заменить печати, переоформить банковские счета, внести изменения в трудовые книжки и трудовые договоры с персоналом. Что касается публичных обществ, то фирменное наименование такого общества должно содержать указание на то, что оно является публичным. В публичных обществах обязательно создается коллегиальный орган управления, наблюдательный совет или иной совет в количестве не менее 5 членов. Лица, осуществляющие полномочия единоличных исполнительных органов и члены коллегиальных исполнительных органов не могут составлять более 1/4 состава коллегиальных органов управления корпораций и не могут являться их председателями. В отличие от публичного общества, непубличное общество не должно отражать свой непубличный статус в фирменном наименовании. Для непубличных обществ сформулированы более гибкие требования в отличие от публичных обществ. Так можно отказаться от формирования ревизионной комиссии. Также существует возможность перераспределить компетенцию, передать компетенцию общего собрания акционеров-участников наблюдательному совету или коллегиальному исполнительному органу, закрепить за наблюдательным советом функции коллегиального исполнительного органа или передать единоличному исполнительному органу функции коллегиального исполнительного органа. Если в акционерном обществе только один акционер, то сведения о нем потребуется внести в единый государственный реестр юридических лиц. Акционерное общество, которое не соответствует признакам публичного, то есть чьи ценные бумаги еще публично не размещались и публично не обращаются, вправе по своей инициативе принять статус публичного общества. Для этого необходимо будет внести в единый государственный реестр юридических лиц сведения о фирменном наименовании общества, в котором будет содержаться указание на его публичность. Еще одна сфера, в которой применяются разные правила в зависимости от публичности или непубличности общества. Это порядок удостоверения лиц, участвующих в общем собрании участников, акционеров и принятых собранием решений. Принятие общим собранием участников, акционеров решения, а также состав участников общества, присутствующих при его принятии в публичном акционерном обществе, должны подтверждаться регистратором в непубличном акционерном обществе, регистратором или нотариусом, а в обществе с ограниченной ответственностью – нотариусом или иным способом, предусмотренным уставом или решением общего собрания участников, принятым единогласно.
Под иным способом понимается подписание протокола всеми участниками или частью участников с использованием технических средств, позволяющих достоверно установить факт принятия решения или любой иной способ, не противоречащий закону. Для обществ с ограниченной ответственностью можно закрепить в уставе порядок выражения воли участников собрания и принятых ими решений. В целом, поправки затронут работу практически всех компаний, поскольку придется привести в соответствие с новыми положениями уставы, внутренние документы и сведения в едином государственном реестре юридических лиц. Это не значит, что нужно в срочном порядке подготовить все документы в новом виде. С этим можно не спешить, вплоть до первой необходимости внести в учредительные документы изменения, не связанные с реформой законодательства. Но существенно затягивать также не стоит, чтобы потом не столкнуться с проблемами из-за противоречия устава или других сведений Гражданскому кодексу. В связи с приведением документов в соответствие с поправками госпошлину уплачивать не нужно. Сегодня мы напомнили вам о новых изменениях в Гражданском кодексе, касающихся регулирования юридических лиц. В следующем выпуске программы вас ждет рассказ о механизме, который способен защитить имущественные права супругов. Речь пойдет о брачном договоре. Спасибо, что были с нами. До свидания.